Прежде чем появился дансхолл, на Ямайке было множество разных танцев – от кумина, миялой, джанкану до сканкинга и брокапа. Кроме того, на острове активно использовались такие популярные танцевальные стили, как брейкинг, локинг, паппинг и так далее. Многие ямайские дансхолл-танцоры в прошлом бибои, брокаперы или кто-нибудь еще. Сам Богл, например, танцевал локинг и паппинг и использовал это потом в дансхолле. Поэтому мы можем видеть в его танце активную работу рук и частое дробление движений. Еще один пример – известная мидлскульная команда Cadillac Dances. Она была основана в 2000 году, но популярность пришла к ним позже, где-то в 2003-2004, когда они начали выступать с шоу. В свои перформансы команда активно добавляла элементы из брейкинга, брокапа и других стилей.